От юных строителей коммунизма до двигателей прогресса России. История общественных движений страны богата, а неизменным во все времена остается желание детей учиться. Сейчас создается совершенно новое движение детей и молодежи. Его предназначение – объединить самых креативных, идейных и усидчивых подростков с разных регионов. Ульяновская область представит 12 ребят. Они станут участниками первого съезда в столице. Для того, чтобы определить цели, задачи, содержание, смыслы этого движения. У нас очень сильная команда, я абсолютно уверена в том, что, приехав со съезда, наши ребята, делегаты, будут вовлекать в это движение абсолютное большинство наших ребят. С 17 по 21 декабря будут работать дискуссионные площадки по 10 разным направлениям. Дети смогут наравне с взрослыми решать вопросы, касающиеся системы образования, также предложить свежие идеи и пути для их воплощения в жизнь. У меня слишком много идей, и вообще у меня мотивация туда поехать, рассказать и поделиться с другими ребятами о своих идеях, возможностях, что мы можем реализовать не только у нас в городе, в регионах, а также и в стране. Наша делегация поедет в Москву не с пустыми руками. Ребята подготовили визитную карточку, а также собрали материалы для музея детских общественных организаций. Представляем о том, как в Ленинском мемориале были традиции посвящения в пионерскую организацию. Также мы везем подарок в библиотеку, то есть создается большая библиотека, и каждый член делегации привезет свою книгу. Это художественная литература, научно-популярная литература. Напомню, движение школьников России создали по федеральному закону за подписью президента страны Владимира Путина. Учредителями выступили региональные организации «Юнармия» и конкурс «Большая перемена». Александра Никитина, Герман Баранов, Улправда ТВ.